Казаки со всей еще свои традиции имеют. Ну, при чем здесь это? В смысле, так Святослав же был с чубом. Это 10 век. Ну, Бог с ним с чубом. И что теперь? Так вот, как видите, как князья ходили в Руси. Ну, по крайней мере, Святослав. Да ладно, я тебя умоляю, как он князь. Подождите, Владимира, знаете? Владимира я хотя бы слышал, который Русь крестил. Вот. Так он там на монетах, да? Не-не-не. На монетах, на фресках, там он просто себе с усами, да, такая обычная, значит, старишка, не заросший какой-то, не с бородой, а просто уса, да, тут, в принципе, бороды нету, тут себе короткие волосы, все нормально, цивилизованный европейский как раз таки вид. А московские цари там с такими бородами, такими тюркская какая-то внешность, то Иван Грозный, Федор Иванович, все это тюркская какая-то.